Всем привет! С вами опять Максим, и сегодня я хочу говорить о законах. О законе. В этом мире существуют свои законы. В основном все законы этого мира, они взяты из главного закона, который Бог дал Моисею на горе. Это 10 заповедей. Да? Не убей, не переубодействуй, почитай маму и папу и прочее. Да? Вот. И многие законы, вот допустим закон не убей или не укради. Эти законы, они практически везде, по всему миру. Если ты не соблюдаешь эти законы, ты будешь отвечать по закону. Тебя посадят, на какое-то время ты будешь сидеть в местах не столь отдаленных и будешь иметь проблемы. Бытует мнение, что закон – это для тех времен. Сейчас мы живем по благодати Иисуса. Это правда. Мы сегодня живем по благодати Иисуса. Но если мы не будем соблюдать закон, закон Божий, то будет хаос. Мы не сможем жить в благодати Божией. Не убей. Если ты убьешь, то что? Тебя посадят на 10, на 20 лет. Это грех, в конце концов. Не укради, это тоже грех. Вообще, нарушение закона Божьего – это грех. А если это грех, тогда ты уже без Бога. Ты идешь прямо в ад. Каждый из нас должен соблюдать закон. Без соблюдения закона будет хаос у Бога и у творения. Бог – это законодатель, это лучший законодатель, это судья, это адвокат, это юрист, и это все во всем. Он не создатель закона, и он управляет законом. Если Бог нарушит йоту какого-то закона, а Бог перестанет быть Богом, и тогда в мире начнется хаос. И я имею в виду сейчас не физический мир, а духовный мир. Тогда дьявол выиграет, и дьявол станет главным богом вселенной. Но я думаю, этого никогда не будет. Бог никогда не пойдет против своего закона. Потому что Бог и есть закон, а закон есть Бог. И мы должны соблюдать всякий закон, который есть на небе и на земле. Но есть некоторые законы, которые отрицают закона Божьего. Допустим, если Бог говорит, что когда мужчина спит с мужчиной, или женщина с женщиной, грубые лесбиянки, да, вот, Бог говорит, что это грех. А во многих странах мира говорится, что это нормально. И наоборот, если ты говоришь лесбиянке или голубому, что это плохо, тебя за это могут посадить, и ты нарушаешь закон. О, извините. В Голландии, допустим, да, такие вещи происходят. Если ты в Голландии скажешь, что только мужчина должен быть женщиной, а все остальное это грех, то тебя могут или оштрафовать, или посадить, в конце концов. Могут. Мы должны быть умными и соблюдать те законы, которые соответствуют законам Божьим. Бог есть законодатель. И очень важно быть таким же, как Бог. Дорогие друзья, если вы сегодня услышали то слово, которое сегодня вы имели право, возможность услышать, передайте его людям. Люди имеют право знать, что такое закон. И понимать, что закон – это важно. Да благословит вас Господь. А также будьте на моей страничке, на YouTube, на моем канале, а также на моей страничке и на моем имейле. Благословит вас Господь.